Не так давно в одном из видео я рассказывал ситуации, две ситуации, где в одном случае наш клиент плюнул на ботинок другого человека и за это получил криминальное обвинение. Сейчас дело находится в суде по насилию над другим человеком. А второй человек, о котором дальше пойдет речь, это человек просто рукой отодвинул агрессивно настроенного бывшего супруга своей жены, который прижал его к машине, нарушил его личное пространство, размахивая руками в агрессивной форме, что-то ему говорил на непонятном для нашего клиента языке, то есть на английском. Наш клиент просто его оттолкнул, что послужило поводом вызова полиции и подачи от этого клиента документов в суд. Якобы его жизнь и здоровье угрожает опасность со стороны нашего клиента, и он просит суд выдать постановление, где наш клиент не может к нему приближаться там на 200 ярдов, не может ему звонить, писать и остальная такая лабутень. Ну, сейчас эта история получила крутой поворот, ухудшающий ситуацию нашего клиента уже в иммиграционном поле. Так что же произошло? Оставайтесь с нами, подпишитесь на канал, поставьте нам лайк. А произошло следующее. На вчера было назначено судебное слушание. Это слушание, целью которого было постановление о удовлетворении иска, чтобы наш клиент не приближался к этому товарищу, или, выслушав сторону нашего клиента, судья должен был принять решение о том, чтобы выбросить из процессуального слушания иск обиженного бывшего мужа. И что произошло после того, что наш клиент пришел в суд? Ну, суд перенесли. Там на двери было объявление, что его слушание переносится. После чего наш клиент вместе со своей супругой сели в машину и поехали домой, понимая, что больше им там делать нечего. Отъехав буквально 3 квартала от здания суда, им дорогу преграждает машина с мигалками, еще несколько машин блокируют их со всех сторон. Выходят офицеры иммиграционной полиции ICE, вытаскивают пассажира, то есть в данном случае нашего клиента, и увозят его в неизвестном направлении при полностью офигевшей жене. А почему это стало возможно? Во-первых, наш клиент приехал в США по студенческой визе, через какое-то время не смог платить за образование, соответственно, нарушил свой иммиграционный статус, потому что студенческий статус дается на время обучения. Вы не учитесь, школа, университет отправляет уведомление в иммиграционную службу, что вы нарушили условия пребывания. Как говорится, вы считаете здесь уже нелегально. Так вот, этот обиженный бывший муж, который, видно, владел деталями информации по поводу настоящего мужа, что тот был здесь нелегально, заморочился не на шутку и смог достучаться до иммиграционной полиции, что непросто, при том, что у нас находится больше 50 миллионов нелегально живущих тут товаров, товарищи, которые в ус не дуют, он смог достучаться до иммиграционной полиции, чтобы они заинтересовались именно им. Естественно, им сообщил дату, день, время, когда тот неизбежно придет в суд, потому что назначено слушание. И нашего клиента арестовали и благополучно отвезли в тюрьму. Ну, теперь, по словам иммиграционного адвоката, у него уже 2 адвоката, один криминальный, один иммиграционный, он просидит там не меньше, чем 2-3 недели, прежде чем можно будет его освободить под залог. Теперь, что делаем мы? Изначально к нам человек обратился, пара это обратилась, прекрасные люди, они обратились за помощью в оформлении документов на подачу на грин-карту по браку. Но что-то у них очень где-то пробуксовывало, что-то медленно отошло, при том, что у нас к каждому клиенту прикреплен постоянно сотрудник, который с 9 до 5, 5 дней в неделю помогает им в сборе документов. Но что-то у них очень медленно отошло, и сбор документов затянулся. А у нас есть протокол. С момента получения последней бумажки, цифры, информации, мы занимаем не больше, чем 10 дней на то, чтобы подготовить документы и отправить. Ну, кейс затянулся, и жена сегодня она звонит в слезах о том, что вчера вот это вот произошло. И теперь вопрос, что делать? У нас полностью, как говорится, остановилась работа. Мы передвинули этот кейс впереди планеты всей, впереди других клиентов, у которых нет такой экстренной ситуации. И готовы в течение 24 часов закончить этот кейс. Но здесь вопрос, который те, кто окажется, не дай бог, в такой ситуации, должны адресовать адвокату. При подаче документов на получение грин-карты правильно оформляется весь пакет документов, который называется Adjustment of Status или пакет документов на изменение статуса. В этом пакете зашита одна из форм I-130. Это форма воссоединения семьи. И в данной ситуации существует вопрос, а как все-таки лучше подать весь пакет, который даже при быстром оформлении, срочной отправке экспресс-почты будет зарегистрирован в течение нескольких недель, а это уже будет после даты суда, которую им назначили. Или подать форму I-130 нажатием кнопки, потому что эту форму можно подавать в электронном формате. И уже сразу появится подтверждение, что на этого человека жена
она подала кейс, кейс зарегистрирован, и иммиграционному адвокату будет легче аргументировать это в суде, поскольку есть конкретный инструмент. А в случае, если подается пакет, да, можно приложить все копии, можно приложить подтверждение отправки, подтверждение доставки, получение иммиграционной службы, но, возможно, не успеет получить подтверждение, что эти формы были зарегистрированы, потому что это занимает несколько недель. И здесь вопрос коллаборации между криминальным адвокатом и иммиграционным адвокатом, что лучше им сделать, потому что у него, у нашего клиента, два слушания теперь, криминальное и иммиграционное. И, может быть, их надо переносить, чтобы дать возможность этому кейсу, который мы подадим, быть зарегистрирован, или подавать форму АС-30, чтобы у адвоката уже в руках был инструмент для помощи клиента. Вот то, что сейчас происходит, адвокаты все советуются, думают, что делать. Поэтому мы вам не будем информировать, что в данном конкретном случае было решено, поскольку это может быть расценено как дача легального совета, и потом это может привести к ненужной ответственности. А для вас, почему я это сообщаю, потому что если у вас есть такая ситуация, это обязательно нужно проработать с иммиграционным и криминальным адвокатом. А вообще мораль той басни: не нужно затягивать подачу документов на завтра, когда можно было ее сделать уже вчера, и у клиента была бы уже иммиграционная защита, он был бы в статусе, если бы немножко поживее все это делалось. Поэтому, дорогие прокрастинаторы, заканчивайте это дело, подавайте свои документы с нами, самостоятельно, с адвокатом. Просто сделайте это быстрее, не откладывайте на завтра. Всего доброго, с вами был Вадим Печерский и команда Rush In Documentation Center.